по трубопроводу рабочее тело, то есть воздух, поступает вот сюда, раскручивает турбину, после чего раскручивается вал генератора, вот это генератор электроэнергии, вследствие чего и электричество поступает проводам непосредственно к потребителю, к жилому дому. Олексій Межебецький закінчив 10 клас. Хлопець каже, дуже полюбляє фізику, саме тому вирішив взяти участь у літньому таборі від політеху STEM Camp School. За словами школяра, 2 тижні пройшли дуже швидко, а свій проект спеціально до фіналу разом з командою створили за 4 дні. Було не дуже тяжело, але дуже цікаво. Проект не требував особо сильних знань, но требовал умения делать чего-то руками. Самая банальная – пайка, подсчеты и вычисления нужных нам данных. STEM Camp School проходить у Харківському політехнічному університеті вже 2-й раз. Цьогоріч близько 100 школярів середніх та старших класів навчалися у літньому таборі. Главная цель на сегодня – это показать те возможности, которые есть у ребят. Ведь перед ними впереди большой выбор и выбор их будущей жизни, по большому счету. И наша задача – показать, что они могут выбрать, кем они могут стать, что дают те знания, какие перспективы дают те знания, которым обучаем мы. Что можно, кем можно стать, став инженером или технологом, ну или специалистом в другой области. Протягом 2 тижнів школярі навчалися новим навичкам у різних наукових сферах. Фінальним етапом став захист власних робіт, пов'язаних з енергетикою, екологією, електронікою, робототехнікою, хімією та 3D-моделюванням. Это те ребята, которые хотят что-то узнать, что-то попробовать, что-то новое. И на первой неделе они хотели одни проекты, прослушав лекции, они поняли, допустим, что вот он склонен к математике, но ему интересно попробовать себя в химии. Или вот он любит физику, но вот хочет в энергетику. И они говорили, да-да-да-да-да, я иду на физику, а потом раз и выбрали для себя энергетический проект. Усіх учасників нагородили сертифікатами. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».